как бы корректировать свои воззрения мировоззренческие с тем, что у них есть в семье. То есть вам надо много общаться с родителями для того, чтобы понимать, как вы смотрите на их детей. И не смотреть на это с точки зрения бизнес-плана. Ну, еще один пришел, еще 100 рублей. А иногда можно найти в себе силы и понимание, сказать: вы знаете, я вашему ребенку ничего не могу предложить, потому что ваше мировоззрение абсолютно перпендикулярно моим. И мы не сможем с вами воспитать ребенка, не только с точки зрения музыки, а просто воспитать ребенка с каким-то отношением к жизни. И поэтому, педагоги, не бойтесь отказывать. Уважаемые родители, больше общайтесь с педагогами, вам будет легче воспитывать собственных детей. Недопонимание, оно всегда будет. Отцы и дети – предмет для обсуждения большого поколения людей. Последние 5 тысяч лет только по этому поводу и говорят. Здесь мы видим письмо.